Как разделить 10 миллионов рублей на 6 пешеходных мостов? Таким вопросом задались депутаты горсовета на прошедшем накануне заседании комитета по строительству и перспективному развитию города. Ответ держали чиновники мэрии. По словам последних, в ремонте нуждаются 5 из 6 таковых сооружений. Но в этом году планируют отремонтировать лишь 3 – Ботаника, Костомаровский и трудовые резервы. По подвесному мосту пешеходному Ботаника через реку Ока в городе Орел заключен муниципальный контракт на проведение восстановительных работ от 14 февраля 2022 года. Подрядная организация ООО «Строй 57». Сумма контракта составляет 1 873 000 рублей. Но наибольшее опасение на данный момент вызывает юбилейный мост через Орлик по переулку Почтовому. Он на сегодняшний день находится в предаварийном состоянии и требует реконструкции. Соответственно, УКХ ведет работу по подготовке соответствующей документации для проведения ремонтных работ. На все эти цели в городской казне заложено 10 миллионов рублей.